Друзья, смотрите, какие неземной красоты мне подарила дочь цветы. Это знаете, как называется? Кала лили. Ой, она такая красивая. Она такая красивая, но я даже не знаю, как за ней ухаживать. И мы вообще любим друг другу дарить цветы в горшках. И она мне всегда дарит цветы в горшках. Знает, что мама любит цветочки. Посмотрите, какая. Правда, сегодня день, утро такое пасмурное. А они такие небесно-желтые. Вот, ну вот, не то, что небесно, как это сказать? Такой цвет желтый, не бледный, а вот ярко-желтый, как будто даже крашеный. Но это вот натуральные. Вот еще тут, вот видите, тоже будут еще цвести. Вот он выпускает. Ой, вообще чудо-чудно. Чудо-чудно, надо в интернете почитать, как их выращивать, я вообще не знаю. Ну, тут, в принципе, вот такое описание-то есть, но не знаю. Вот. И тут вот еще вот, вот видите, вот росточек растет. Ой, вообще, вот тут тоже какие-то листики. Ой, красота неземная, неземная.